В этом году финалистами европейского конкурса «Автомобиль года» оказались сразу 6 электромобилей и только одна машина с двигателем внутреннего сгорания. В итоге углеводородный Peugeot 308 стал только четвертым. Соответственно, третье и второе места заняли вольтоамперные хэтчбеки Renault Megane E-Tech и Hyundai Ioniq 5. Ну а лучшим автомобилем года жюри признало корейский кросс-хэтч Kia EV6. Между прочим, продукция из страны утренней свежести еще никогда не получала титул Car of the Year. И весьма уверенная победа Kia над остальными конкурентами означает, что европейской публике пришлись по вкусу решения корейских инженеров и дизайнеров. Итак, о самой машине. В названии EV6 приставка EV обозначает Electric Vehicle, то бишь электрический транспорт, а цифра намекает на размеры. Соответственно, чем эта цифра меньше, тем компактнее модель. Титулованная новинка немного крупнее универсала гольф-класса SID. Она базируется на свежей архитектуре eGMP. Последний факт гарантирует аккумуляторы нового поколения и наличие ультрабыстрой зарядки. Европейцам на выбор предложены 4 модификации с задним или полным приводом, а также двумя вариантами аккумулятора. Отдельно заявлено горячее исполнение GT, отдача которого без малого 600 сил. До сотни такой EV6 ускоряется за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет немалые для электромобиля 260 км в час. Для фанатов активного вождения припасена электронная имитация блокировки заднего дифференциала. Впрочем, GT стоит дорого, поэтому корейцы предусмотрели пакет опций GT Line, который можно заказать для любого автомобиля, даже 170-сильного. В набор включены агрессивный обвес, перенастроенное шасси и другой рулевой механизм. Аккумуляторные Kia способны преодолеть от 400 до 500 км пробега. Кроме того, у всех версий есть бытовая розетка, к которой можно подключать внешние потребители мощностью до 4 кВт или даже подзарядить другой электромобиль. Прошлым летом продажи моделей стартовали на родине, в Южной Корее. А осенью новинка бросилась покорять старый свет. И это, как оказалось, не конец путешествия. В 2022 году модель должна выйти на российский рынок. Сейчас продолжается процесс сертификации, а потому российский офис Kia пока не называет ни конкретных дат, ни цен. Если ситуация продолжит развиваться по намеченному плану, сначала EV6 поступит к дилерам Москвы и Петербурга, но потом география расширится, а попутно будут возводиться фирменные зарядные станции —